Всем привет! Сегодня 3 мая, погода так себе. Будем проверять гиену на воде, как она плавает. Первый раз, еще ни разу не пробовал. Вот озеро, где я зимой на нем гонял. Покажу, что из последних изменений. Расширители вот такие поставил. С одной стороны только проверить. С этой стороны опять нет у меня ничего. Потом сделаю. Вот такую решетку сделал, потому что двигателю жарко становится. Ну все, проверяем. Ну все, вы сами видели, он плавает, но как я выбирался, не стали заснимать, потому что я тут забуксовал маленько, запутался на берегу. На телефоне, на котором я снимал, сел аккумулятор, вот с другого телефона пришлось концовку доснимать. Обнаружились подтеки в двух местах, где тормозные трубки заходят. Так, вот здесь вот потекло, и вон там я затыкал герметиком, но что-то, видимо, плохо, и вот там начало затекать. В принципе, все плавает. Потом еще одно видео сниму нормально. Сейчас что-то я как-то боюсь далеко заплывать. Ну все, всем пока.